Харькове полицейский открыл стрельбу средь бела дня прямо на городском рынке, якобы чтобы утихомирить торговца. Но вот имел ли он право открывать огонь и чем еще прославился этот правоохранитель, расскажет Светлана Чакера. Рынок возле станции метро Героев труда. Это дыра в тенте, след от пули. Продавцы рассказывают, накануне днем в самый разгар торговли к торговым рядам подошел мужчина. Услышал, как один из лоточников нецензурно выражается и сделал замечание. Нет, он не кричал, он нормально сказал, вообще именно нормально сказал. Не надо матюкаться. Не матюкайся, веди себя прилично, ты видишь, что здесь люди. Торговец не отреагировал. Тогда мужчина показал корочку полицейского. Этот кавказец говорит, ну, схватил нож прилавкой, обегает прилавок, и этот милиционер, получается, достает, ну, у него так сумка открыта, он вот так резко достает пистолет, снимает с предохранителя и вот сюда в воздух, только бах. Стрелявший правоохранитель Виталий Лисинский служит в батальоне полиции особого назначения Харьков. После стрельбы вызвал патруль. В ведомстве выясняют, имел ли он право стрелять в общественном месте. Це не табельна зброя, це зброя, яка йому належить, яку він законно отримав. Сьогодні він не працює, тому що знаходиться на лікарняному вже кілька днів. В правоохранительных органах Виталий Лисинский работает больше 20 лет. Он не раз устраивал скандалы. В конце апреля на своей странице в Фейсбуке активист Роман Синицын написал, что Лисинский якобы жестоко избил водителя автомобиля прямо в помещении блокпоста на въезде в Харьков. Служебное расследование по этому делу еще не завершено. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков.